Ваня. Чего? Видос сними. Давай охуели. Ты охуел, ебаный техноблогер. Тебе все, блядь, приносят. Сам должен покупать, блядь. Ну снимай, сука. Ну ладно. Сегодня мне притащили Radeon 560 на 2 гига. Сегодня мы будем, короче, тестить ее, на что она способна, в принципе, в этом году. Точнее, в конце этого года. Ну ладно. Я убила! Что вам нужно о ней знать? Вы там все эти ядры, хуядры все равно не запомните, поэтому... Что обычному пользователю нужно знать? 2 гигабайта GDDR5, поддержка Revive, DirectX 12, Vulkan и еще какой-то FreeSims 2, который в жизни вам не пригодится с этой видеокартой. А об этом я могу в маркетинге рассказать все от Азуза. Знаешь, мне так бывшая говорила. Итак, и стендовый стенд будет, короче, основной моя пекарня платформа. На нем стоит 8-ядерный монстр Ryzen 3700, ну и 16 потоков с ним передачу, 16 гектаров оперативы DDR4 крушил, ну и немного полумертвая мать, короче, ну... MSI P350, нахуй я ее подвернул. Что там еще? Ну и там накопители, вы там уже все знаете, наверное. Ну что ж, поехали. Ну это колда. Ничего тут новенького нет. Так, на пробежке не у нас сегодня Call of Duty Remastered Multiplayer, куда ж без нее. Конечно, видеопамяти у нас жести как не хватает, но игра заимствует память у оператива. В принципе, неплохо. 80-90 FPS. Ну, бывает, конечно, иногда просадочки ниже 60, но это в таких тяжелых сценах. Ну, а в принципе, все заебись, можно как-то спокойно на гипотеке хорошо, как, вот, например, как вот этого. Вот. Опять выстрелить, бразер, серьезно? Ну так, сегодня у нас на поездке нет еще и Hitman, куда ж без него. Ну и режем, конечно, тени и текстуры, потому что видеопамяти у нас мало, и в принципе наблюдаем, что пойдет, наверное. Ну может быть. Ну и так далее. Ну как видите, в маломальском разгоне ряженка спокойно справляется, да в принципе весь упор идет на видеокарточку, так что... Может, некоторые люди умудрятся пройти это в 50 FPS. Страшный сон автолюбителя. Ну так, с Dirt Rally можно спокойно поиграть на средненьких 90-80 FPS, даже бывает местами соточка. Можно спокойно попрактиковать, как держать машину на дороге нормально. Не то, что там мамки на нелегальных гонщиках на трассах, а то, сука, заебали, блять. Ну, можно спокойно задротить, как бы ничего не мешает. Ну, в принципе, если уже выставлять на очень высоких настройках, то видеопамяти будет не хватать. И да, некоторые игры не умеют брать видеопамять с оперативы. Ой, иди нахуй, 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 нахуй. Итак, страх гомофоба 15. В принципе, тут все очень-очень-очень, сука, плохо. Бывает, что временами ниже тридцатника, тут, в принципе, если вы консольщик, то вы разницы не заметите, что в графике, что и в FPS. Итак, Азазин. Куда же без него? Ну, как видите, до нового грузит все. На низах все очень плохо. Так что, ну нахер. Бывало, что отпускался FPS ниже 40, ну, в
принципе, для кого-то это может быть играбельно. Хотя, хер знает, что будет там во время игры. Для конца вот и сойдет. Так, а теперь, короче, вопрос на засыпку, ребята. Насколько авторы забили на качество контента? Пишите в комментариях. Ну что могу сказать, видеопамяти не хватает, но видеокарта вполне себе тащит. Если в некоторых видеоиграх, грубо говоря, игра берет как бы недостающую видеопамять с оперативной памяти, какая-то тавтология, то в некоторых случаях, да, жестко. Ну, никто не мешает резать текстуры тени и прочее говно, которое влияет на видеопамять. Я, конечно, могу сказать, но мне вспоминать 3 века и то с полторашкой Жигуля. Видюк, сними, блин. Сколько ты вгрохал в этот компьютер? Выбор вполне себе одобряю. Ну, DirectX 12 в Вулкане не стал тестить, потому что времени особо-то мало, потому что не я купил видеокарты. Да, у меня опять какие-то гейские позывы, я знаю. Ну, можете спокойно взять эту видюшечку и вполне мне себе временно порадоваться жизни. Главное, чтобы это временно не превратилось на постоянку. Я знаю вас. Ну что ж, надеюсь, вам данное видео на удивление понравится. Можете теперь ставить лайкусики, ну или дизлайсики, мне пофиг, на этот вот такой популярность видео повышается. Ну и также можете рассказать друзьям, ну и можете поблагодарить нашего любимого оператора, который предоставил эту видеокарту. И у которого руки дрожат как у алкаша. Нормально, у меня тоже. До скорого. А теперь главный смысл этого видео. Пилотный выпуск неудачных дублей. Вперед! Хитро. Зритель, сегодня мы будем прогонять его... Сука. Пишешь? Да. Доброго времени суток. Родион... Ребяточки, записываешь? Да. Ребяточки, запомните, у видеокарты нет доп. Питания. Ха! Как мои 750i. Ха! Которую надо, по идее, хорошенько забрать. Но мне впаду уехать в другой край города. Отдайте часть, суки. Да? Что можешь пробовать?